Ну, конечно. Очень особенное состояние, когда нужно сказать пару слов про Боброва. С одной стороны, нужно сказать что-то искреннее, да? А с другой стороны, нужно сказать так, чтобы не было преувеличением, чтобы это не выглядело как лесть, да? Чуть-чуть можно. Говорят, что чуть-чуть можно. Дело в том, что симха, в чем симхас бар мицва, да? Дело в том, что мальчик вырос, да? И что? И что, что мальчик вырос, да? Он кибель ольту рамцу, принимает на себя ермо или иго, да? Или груз Торы и заповеди. И оказывается, вот по этому поводу нужно радоваться. По идее, так сказать, как бы, это же как бы тяжело ему становится, да? Ему же должно быть, ему сейчас будет непросто, ему сейчас будет нелегко. До этого он был маленький мальчик, да? А сейчас он будет ответственным человеком за свои поступки, да? Как такое может быть? Чему здесь можно радоваться? Наоборот, плакать надо. В принципе, есть, которые плачут, да? Есть, которые, так сказать, волнуются. Вот Боброва, наверное, волнуется. Да, и мы все волнуемся, как бы, кто сказал, если, да? Тут, на самом деле, Моше Рабейну сказал одну такую простую вещь, что мы должны понимать, что «Ги хохмасхем увинасхем лейней ами». Она ваша мудрость и ваше понимание в глазах всех других народов. Здесь вот одна такая вещь, которую человек должен понять. Тогда но оль тора умитвот, ермо торой заповеди, это становится но оль тойра умитвис. То есть это приятные иго. Что человек должен понять? Одну вещь, которую сказал Моше Рабейну. Ки ги хохмасхем увинасхем лейне амим. Да? Чтобы как простой пшат этой дроши, что бехохмас алуаха еврей, да? То есть еврейский календарь — это вещь, которую никто никогда не мог повторить, да? Вон арабы пытались повторить календарь, делают все по луне, и у них рамадан то в одно время, то в другое время. А вот это вот хохма — взять лунный календарь, соединить его с солнечным и получить что-то одно, да, и что-то единое — это и есть хохма, про которую Моше Рабейну здесь говорит. Что? Григорианский календарь идет только по солнцу, с луной никак не связан. Да? Так вот, вот этот момент, да? Вот этот момент, чтобы понять, что Турай, Хохмасхем, Винасхем, Лейне Амим, тогда все совершенно меняется. Весь этот груз, который вроде мы принимаем, он становится совершенно другим. Человек понимает, раз это Беймет Хохмати, Убинати, Бзе Икари, Машани царих лазот альпи, за как коль йойцы, нахон? Они коль мивин, что за царих лазот. Алахен бар митцва зман ши кабола са дас. Там кабель дас, мастер там кабель дас. Ты получаешь разум, поэтому ты можешь понять, что такое хохма и что такое бино, мудрость и понимание, и тогда, так сказать, весь оль тойра умитцва становится ном оль тойра умитцва. А что ты можешь, чему ты можешь научиться у своего папы? Да? Потому что, если так вкратце сказать, жизненный опыт, который он посмотрел, он увидел все, да? Он видел много в жизни. И после этого всего он пришел к кому? К тому человеку, который был символом Хохмаса Тойра, Хохмасхем Увинасхем Лейне Амим. Человек, который пронес Тору в оригинале через всю историю, которая произошла с советским российским еврейством. И вот эта вот вещь, которую должен учиться своего папы, да? Он принял вот эту вот идею, что Тора и Хохматейну, Убинатейну, Аляв Коля Дварима Харим Шанахнут Ешнану, да? Какие бы вещи ни были, и режиссура, и живопись, да, все, на самом деле откладывается в сторону, берется Тор. Вот если вот одну эту вещь ты поймешь, то тогда Оль Тора Умитсва будет у тебя Ноам Оль Тора Умитсва. Мы тебе этого желаем, глаза. Что мы?